На сцене театра сегодня Москва. Именно так зовут главную героиню постановки театра-студии Олега Табакова. Актеры легендарной табакерки представляют минскому зрителю спектакль по мотивам романа Андрея Платонова «Рассказ о счастливой Москве». К выбору декорации подошли нестандартно. Действие происходит в гардеробе, который символизирует саму жизнь. Люди в него приходят и уходят, задерживаясь лишь для того, чтобы найти счастье. А главную героиню не случайно зовут Москвой. Ее внутреннее эго очень похоже на сущность российской столицы. Она всех принимает, также может всех выплюнуть запросто, кому-то что-то дать. Не знаю, для меня Москва – это такой город, в котором я могу заниматься своим любимым делом. И живу там, да? Но я понимаю, что это не самое лучшее место на Земле. Кстати, за эту роль заслуженная артистка России Ирина Пегова получила «Золотую маску». А за 7 лет сценической жизни спектакля, который в эти минуты идет в театре имени Горького, в зале не было свободных мест.